Внимание! Внимание! Сегодня22-го воскресенья состоится очередное заседание Славянской Дрели с участием ветеранов, новеньких, ну и других ценителей и творческих людей нашего города. Вашим услугам сегодня, как всегда, музыкальный клуб «Артель» с персоналом и со всеми соответствующими техническими средствами. Вот. Уже опыт мне подсказывает, я вот наблюдаю давно за движением в городе начинающих, и не только, которые уже показали себя и еще остались в обойме желающих выступать. Все меняется. Меняемся мы, меняемся мы, время, меняется обстановка вокруг нас. А творческий потенциал людей, которые хотят как-то проявить себя на этой площадке, немного, но все равно всегда присутствует. Вот. Меня все время спрашивают, Вячеслав Сергеевич, а где народ? Я все время удивленно спрашиваю, не понял юмора, какой. Вот народ, который в зале. А у нас никогда и не будет, в смысле, ответа на то, что тут будет битком. Такого не бывает. Это не тот формат. Вот был недавно здесь концерт, 15 лет группе «Риверсайд». Битком народу было, все места были проданы, народу было на самом деле тут кругом, все было заполнено. А там мой телефон. Но разница в исполнении группы. Группа неплохая. «Риверсайд» — это олицетворение в нашем городе как блюзовая группа. Но они сейчас тоже свалились на потребление каверов. То есть кругом сейчас засилие идет кавер-групп. В смысле, никто почти, я не встречаю редко, чтобы, например, свое творчество поэтическое, сценарное, музыкальное, аранжировочное там, и так далее, мог показать сам свое. В основном все каверы известных исполнителей. Кстати, и, ну, не только они, там много-много тут бывает на этой сцене, полно народа всякого, старый двор даже. Это древние музыканты нашего города. Они тоже каверщики. Вот. Время такое. Сейчас, чтобы сочинить какую-то вещь и заинтересовать публику, это надо ого-го, на самом деле. Сейчас же потребление любого музыкального произведения стало, ну, как кружку пива выпить. Понимаете? Вот. Но я все равно рад, что сегодня пришли люди. Вот здесь сидят молодые люди с весом. С отцом, с Евлампиевым. Такие красивые, лохматые, но прям в теме. Любят они, да, Цоя, ну что сделать, группа кино. В городе этих исполнителей, и именно этого, много. Кто-то лучше, кто-то хуже. Ну, одни, например, есть группа такая, «Павильон», которую я зову «Туалет». Они в парке Гагарина работают. Но они более-менее, у них, они уже давно работают,
репертуар более-менее приблизили к исполнению кино. Есть еще одна группа из Куганака, Панк Киллер, которые тоже работают с репертуаром кино и Цоя. Вот и вот вы, молодые люди, тоже любите его. Разная степень мастерства, разная степень. Искренность есть. Не хватает только, естественно, профессионализма, и все. Публика это понимает, приветствует. Да, люди. Конечно. Вот. Любители Виктора Цоя никогда не будет закончен. Он останется в памяти, так же, как Владимир Семенович Высоцкий, ну и другие известные рокеры. Они свое дело и подражать им, и делать из них, на их произведения каверы, будет еще много. Подрастает новое поколение, и оно тоже опять использует этот формат и матрицу. Я сегодня хочу всем пожелать, чтобы отнеслись серьезно к выступлениям перед микрофоном и ответственностью перед публикой. Вы работаете вот для аудитории. Аудитория очень взыскательна. Кстати, вот сейчас рядом со мной стоит Александр Зинуров. Мы, это бессмертно, ты вот выздоровел. Вот она наметила встречу ОПГ. Вот. Обязательно надо собраться. Поговорить. Конечно, естественно, потому что это дело не должно куда-то отходить, умирать и так далее. Не для этого оно было и создано. Так ведь? Вот так. А сейчас, как обычно, Александра Зинуровна продолжит мою длинную такую пространственную речь и будет кратко дальше вести, я ей передаю список. А Паша, который у нас является одним из ведущих исполнителей, как он свои песни поет, кстати, на свои стихи, свои аранжировки музыки делает. Сегодня у нас в гостях еще дополнительно известный уже теперь на всю республику и не только Артур Чавин. Вот. Ну, продолжаем дальше. Добрый вечер всем. Так мне передали права, Вячеслав Сергеевич передал. Я хочу добавить к его словам, что по поводу того, что мало народу и не будет никогда много. Ну, конечно же, в основном здесь те, кто хочет показать свое творчество, это естественно. Есть слушатели, зрители, но в основном это выступающие. И это бесценный опыт в том, я так думаю, что когда ты выходишь на сцену, стоишь перед микрофоном, ты не видишь практически, кто сидит, как они реагируют, потому что светит. И ну, это здорово, да? Скажите? Да. Вот, и сегодня мы, я думаю, начнем наше мероприятие, наш сегодняшний вечер. И Павел Осипов с собственным творчеством, ну, дополнительно скажет. А по поводу регламента я администрирование добавлю, что, конечно же, как обычно, три вещи. Если какие-то вопросы, подходите, мы уточним. Все, пожалуйста, Павел Осипов.